Мистер Рекс, ты опять нацепил на себя погремушку? Да, в общем, 17 марта, воскресенье, мы вышли на прогулку. Здесь вовсю аграрные работы кипят, там он ездит комбайн, там еще какая-то машина стоит. В общем, вот на этом поле только что, буквально час назад, покосили кукурузу, поэтому Рекс теперь бегает с украшением. Вот, и вот гляньте, какой тут путь, кукурузный путь. Это комбайн выезжал с поля и тянул за собой вот эту всю красоту. Потом куда-то туда ехал. Вон там, короче говоря, теперь катается. Там вон тетечка ходит вдалеке с ведром, собирает кукурузу, которую не дособирала машина. Так что ничего не пропадет. Да, Рексик? Скажи, все под контролем. Людей, машин. Да? Рекс, ты у нас тоже агроном? Я ж с тобой разговариваю. Как только с ним разговариваю, он сразу делает вид, что меня не слышит, не видит. Вот такой он. Чудной ты у нас, да, Рексик? Вот птички поют. Весна. Там вон соседи, что стучат, работают. В общем, жизнь кипит. Так, пойдем еще немножко прогуляемся. Послушаем птичек, полюбуемся небом. Текси, глянь, что я нашла. Ну, кроме вот этих ям на дороге. И тебя. Вон, глянь, какое тут огромное-огромное полено. Ну, это на самом деле был когда-то тополь. Ну теперь от него осталась только вот такая вот фигура. Хочешь, залезем на нее? Рекс, все надежда на тебя. У меня уже возраст не тот, понимаешь? По корягам лазить. А ты как раз в самом расцвете сил. Давай. Видишь, я же тебе говорила, что у тебя все получится. Куда? Ну, хотя бы минуточку побыл бы. Ну, красота-то какая. Ладно, я поняла, ты тоже не любитель острых ощущений. Все, пошли ходить, смотреть на небо. Небо сегодня интересное, покрытое толстым слоем облаков. Хотя солнце вон пробивается немножечко, из-за этого даже парковато. Я бы так сказала, да, Рексик? Жарковато, парковато. Неинтересно мне с тобой ходить и гулять, потому что ты останавливаешься возле каждой травинки. А мне хочется походить. Я вышла поразминаться. Че сидеть-то? А с тобой я останавливаюсь возле каждой травинки. Вот сейчас опять идет, сейчас что-нибудь нанюхает и будет стоять. Давай. Или ты услышал мои слова и решил изменить тактику поведения? Вот же ж хитрый. Теперь он не останавливается. Все понятно. Позоришь меня тут, Рекс? Типа я голословно. Не хочет останавливаться. Ладно. Я все равно буду шпионить за тобой. Все. Так что я правду говорю про тебя. Вот так. Через каждые 5 метров происходит. Рекс, на удивление, долго продержался. Не подбегал ни к какому кустику понюхать его. В общем, так у нас проходит 17 марта. Ой, надеюсь, будет хорошее продолжение дня, погода будет прекрасная, настроение. Чего желаем взаимно и вам, друзья. И прощаемся с вами до будущих встреч. Рексик тоже говорит всем пока и успехов. Да, Рексик? Ну давай, хватит там нюхать свои... Что там, перышко? Понятно. Да, друзья, до новых встреч, всем пока.